отказываются прививаться вакциной AstraZeneca. Участие в кампании по иммунизации пока не намерены принимать врачи двух крупнейших больниц Гагаузии. Информацию для нашего телеканала подтвердило руководство медучреждений. По словам главы райбольницы Камрата Нины Райлян, в отделениях интенсивной терапии не нашлось добровольцев, которые хотели бы привиться сывороткой AstraZeneca. Я не могу расписываться за своих врачей. Нам вообще обещали другую вакцину. Получили AstraZeneca. Вчера только об этом сказали, что есть. Мы должны теперь ознакомить персонал. Такое же решение приняли и сотрудники райбольницы Чадерлунге. У нас большинство коллектива хочет вакцинироваться спутником. И ждут, когда будет спутник, тогда будет вакцинироваться спутником. Часть хочет Pfizer. В конце концов, вакцинация добровольна, мы имеем право на выбор. В то же время директор медучреждения уточнила, что в общем от иммунизации сотрудники не отказываются. Мы не против вакцинации, просто мы хотим выбрать, как говорится, право выбора на вакцину. Во вторник, в первый день кампании по вакцинации, представители Минздрава отметили, что иммунизация – процесс добровольный, и никто не может заставить медработников сделать прививку. Они увидят, что скоро мы будем защищены, и тогда поймут, что все, что они слышали о побочных эффектах – неправда и манипуляция. У врачей такие же конституционные права, как и у рядовых граждан. И поскольку никто не наказывает обычных людей за их выбор, медиков также наказывать никто не будет. Пока в Молдову поступила лишь сыворотка компании AstraZeneca. Препарат доставили из Румынии. В будущем наша страна получит и другие вакцины посредством платформы COVAX.